Здравствуйте, всем добрый день. Не первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. При ремонте инструмента не могу найти достаточной информации, которая помогла разобрать, найти, какие детали стоят. Вот сейчас сломался телевизор, ремонтирую. Даже как разобрать его, есть что-то подобное. Там модель не та, диагональ, подробности нет разбора. А уж не говорю о том, что там какие диоды стоят, какой мощности. Такой информации совсем не нашел. То ли скрывает, а нет мастера, наверное, чтобы работа не лишится. То ли, может, никто не снимал, не помню. Ну, так вот. И уже не первый раз. Вот в связи с этим решил открыть канал, так и назвал, «Без мастера», который поможет из какого-то специального образования практически любому отремонтировать свою технику. Естественно, несложный ремонт произвести, который возможен в домашних условиях, который еще продлит вашей технике жизнь, может, не на один год. Конечно, какие-то сложные поломки, это надо или к мастеру обращаться, или новый покупать. Сейчас, может, и это легче бывает. Ну, я вот сейчас с телевизором к мастеру обратился. Он говорит, очень много работы, и такой диагональ сложно делать, не делаю, а везти в другой город. Это опять лишние проблемы, затраты. Вот будет видео сниматься не только по ремонту, но также обзоры по уходу, профилактике. Начиная от самой обыкновенной розетки, вплоть до телевизора. Также будут обзоры на покупку, какие подводные камни живут при интернет-покупках, которые я сам ошибки совершал, там только смотри сейчас. Рекламирует одно, в результате приходит другое. Друзья, вот на этом я заканчиваю. Подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться в автомобиле информации. Буду выкладывать свои видео, задавайте вопросы, пишите комментарии. До новых встреч на канале.